С начала года в региональном центре повышения квалификации и переподготовки государственных служащих обучение прошли порядка 1300 человек. Сегодня занятия посещают еще 30 североказахстанцев. Лекции им читают не только специалисты Северного Казахстана, но и преподаватели из Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. На одном из таких побывала и наша съемочная группа. Все доступно и лаконично. Тема лекции «Электронное правительство, зарубежный опыт и Казахстан». Ведет ее доцент Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Хатира Кудайкулова. Разговор только о самом важном и интересном, например, о передовиках компьютеризации Кореи. По данным ООН, эта азиатская модель электронного правительства считается самой лучшей и удобной для пользователей. К этому стремится и наша страна, ведь в современных условиях компьютеры и электронный сервис набирают все большую популярность. Электронное правительство у нас на сегодняшний день одно из передовых в азиатском регионе. Значит, электронные государственные услуги оказывают на сегодняшний день все государственные органы, и эти услуги на сегодняшний день доступны для граждан именно благодаря проектам электронного правительства. Есть электронные акиматы, есть портал электронного правительства, через которые госорганы оказывают электронные госуслуги. Информация интересная, а главное полезная, говорят слушатели курса. В нашей стране, благодаря нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, мы входим вошли в число стран, где информационные технологии уже развиты. Работа с электронным правительством после этой лекции улучшится у нас. Столичные преподаватели приезжают в наш регион с лекциями и семинарами часто. Такая работа Центра с Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан приносит много плюсов. Например, с начала года свою квалификацию в Астане повысили 7 североказахстанских специалистов. Сотрудничество налажено и в других направлениях. На сегодня методическая, практическая, целенаправленная помощь осуществляется Академией в Центре. И когда на курсах повышения квалификации профессиональный уровень, его компетентность, госслужащего достигается только тем, что можно услышать человека, который имеет определенные наработки в том или ином направлении, человек, который уже достиг определенного результата, человек, который может рассказать от и до по тому или иному вопросу. С начала года переобучения и повышения квалификации в региональном центре прошли порядка 1300 государственных служащих. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.